Canali. Соберитесь, соберитесь. Скоро отдохнем. Ну и место. Отставить разговорчики. Vorbereiten. Vorbereiten. Денис Александрович. Иван, я же говорил, не давай спать. Что? Что случилось? Лови! На перевале обстреляли беженцев. Много убитых.
Альпийские стрелки. Примерно рота. Рота эдельвейсов. Как они попали туда? Альпинисты великолепно знают горы. До войны многие были здесь, ходили с нами на восхождение. Надо выпить. Выпить, выпить, вот что бы ни стало. Рамух, ротмак. Тут, танкист Александрович, есть идея. Рассказывай, лейтенант. Значит так, немцы вот здесь, над ледником. Но? Ну, выбить их оттуда невозможно, потому что ущелье узкое, а за ними отвесная стена, они могут целый полк остановить. Но? Ну вот, я предложил, а что если ночью пройти вот по этому гребню, вот так, потом подняться по стене и взобраться на вершину. Ну, а там снежная шапка, ну, вы видели ее. Пока ничего не понимаю. Можно я нарисую? Давай. Значит так, вот предположим, это наше ущелье. А? Вот здесь немцы. Прямо за ними отвесная стена, которая ведет к вершине. Но? А вот здесь снежная шапка. Товарищ полковник, вы видели когда-нибудь лавину? Так, так, так. Вот, если взорвать снежную шапку, то она родит лавину. И лавина сметет немецкие укрепления. Голубчик, я все понял. Да, товарищ полковник, но это не так просто. Видите ли, на вершину есть два пути. Один простой, но там немцы. Другой по стене. По этому маршруту еще никто не поднимался. Ну, в 40-м году одна группа пыталась подняться. В ней был я. За сутки успеете? Не знаю. Ведь надо преодолеть скальный бастион, потом немцы могут заметить. Больше суток нельзя. Сколько нужно человек? Дело в том, Тенгиз Александрович, дойти могут не все. Мы с лейтенантом решили так, чтобы наверняка. Надо 3 комплекта взрывчатки, значит, 3 связки. Какие связки? 2 человека связка, всего 6. Людей дам. А мне альпинисты нужны, хорошие. Разрешите самому поискать? Нет, на поиски нет времени, лейтенант. Видите ли, товарищ полковник, с простыми бойцами идти нет смысла. Ладно. На поиски полсуток. До вечера. Возьмешь машину? Есть. Как звать? Артем Арсенов, товарищ полковник. Дальше поворот крутой, осторожней. Давно комполка возишь? 2 недели. Здешний? Нет. Артем, что ли? А я думал, тебя война в другие места куда забросит. Ты что, в горы собрался? Утоплю все, к чертовой матери. Топить не надо, еще пригодится. Кому? Немцам? Делай, Семен Иванович. Ваши дела только драпать быстрее. Немцы, говорят, в долине уже. Надо вывести беженцев из долины. Через перевал, что ли, провести? Нет, немцы закрыли перевал.
довоевались. Обложили вас кругом, как зайцев, вояки сопливые. А ты вроде радуешься этому. Пошел, ты знаешь. А это кто? Шофер, комполка возит. Слушай, Семен Иванович, готовится контрудар. С моря на соединение с нами идет горная дивизия через перевал. А там альпийские стрелки обстреляли беженцев. Ну вот я предлагаю подняться по стене. Как же ты по ней поднимешься, интересно? Ну как-нибудь. Попробуй. Только сначала завещание напиши. А я-то думал тебя позвать. 60 мне. Селенок не хватит. А насчет селенок ты брось. И бросать нечего. По этой стене подняться гиблое дело. Ты же пробовал в 40-м году без автомата и взрывчатки. Ну, а теперь надо подняться, надо. Ну, ты и поднимайся. При немцах жить будешь? Придется. Уходить-то некуда. Беженцам тоже уходить некуда. Но ты меня не агитируй. Стар я, стар. Руки все подморожены. Ну, ладно, это дело добровольное. Вот именно. Добровольные. А снаряжение забирай. Все забирай. Оно пропадет к чертовой матери. Видно. Вот с этим стариком можно любую вершину взять. На смерть-то кому охота идти? Война теперь. Везде война. У Савельева? А? Там нет. Немцы закрыли перевал. Когда они? Сегодня утром. Да. Слышал, политрук? Кажется, есть один. Шата или Анис вам. Если не альпинист, то горы все равно знают. Вырастут. Да. Да, я слышу, что там у вас. Слышу. Подкрепления не будет, я сказал. Все. Спички! В роту к Пилипенко, живо! Шата или Аня ко мне. А ну постой. Альпинист? Так точно. Где был? На какие вершины ходил? Да, собственно. А значок откуда? Да это, как вам сказать, не мой значок. Мы двое в Крыму были, в поход ходили. Я на Ипетре поднимался, товарищ лейтенант. Ладно, ступай. У меня ординарца убили недавно. А этот сапером был. Но парень крепкий, да. Моди!
И Любе? Да. Закурим? Давай. Гляни, комбату! Патроны сюда! Гляни, комбату. И закурить-то не дают. Почему нет? Тяжело, конечно. Плохая гора очень. Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант, возьмите меня. Пожалуйста. Куда? Ну, с собой. Я вынослив, товарищ лейтенант. Шата, скажи, а? Шата. Нам альпинисты нужны, понимаешь? Задание сложное, возможно, не все вернутся. Слушай, ты, кажется, сапер, да? Так точно, товарищ лейтенант. Взрывное дело знаешь? Знаю. Как тебя зовут? Коля. Ну, рядовой Спичкин, товарищ лейтенант. Шата! А нас немцы могут заметить? Не заметим, ночью пойдем. Что? Ночью пойдем, не заметим. А взрывчатки много тащить? Сколько скажу. Лейтенант говорил, туда уже поднимались раз, да? По этому маршруту нет. А черт с ним. Все равно лучше, чем в окопах. Я тебе скажу, капитан бы меня сожрал. Как пить дать? Давно на меня зуб имеет. Черт, за старика обидно. Три человека, ничего не выйдет. Хотя бы две связки было. Будут две связки. Я пойду. Мне альпинисты нужны, понимаешь? Баранов меня зовут. Вадим Баранов. Какой Баранов? Мастер спорта Баранов? Да. В 36-м ты на шахта уходил? Я. Что ж ты раньше молчал? А? Думал. А, думал. Первый раз нормально спит. Вы как себя чувствуете? Нормально. Вожу начальство. Вадим. Ну, как дела? Да вот, наверное, уже не поднимусь. Ну, еще попрыгаешь. Завтра вас в тыл вывозить будут. Еще с тобой после войны в горы пойдем. Говорят, нас отрезали. Врут. Испорченный телефон. Чуть что, сразу отрезали. Плохо. Вот. Если сюда придут, даже не смогу застрелиться.
Завтра вас вывезут в тыл. Это я тебе обещаю. Ну, выздоравливай. Из госпиталя напишешь. Я пошел. Вы, я знаю, мне главврач сказал, что комплектуется группа альпинистов, и что не хватает людей. В общем, я решила, я тоже пойду. Не советую. Ой, ну погодите, я же не советую вас спрашиваю. Вы 3 недели пролежали с контузией, ничего, идете. У меня же приличный опыт, я вам говорила, словом. Я вас очень прошу, пожалуйста, замолвите перед лейтенантом, а? Вы сами можете попросить его об этом? Нет, меня он не возьмет. Ну, а я этого делать не буду, Верочка. Могли бы это давно понять. Ночь холодно будет. Сам начальник снабжения выдал. Банка тушенки — это 300 грамм взрывчатки. Жрать будет некогда, понятно? Понятно. Будем питаться кузнечиками. Слушай, парень, я тебя предупреждал, что это будет не туристский поход. Виноват, товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант, вас командиру полка. Смотри, как это горчи делают. О! Ты знаешь, что это маршрут самоубийц? Что надо идти, не оглядываясь? Ты не оглядывайся. Ты пойми, я должен быть уверен, что ты в безопасности. Тогда я спокоен, тогда у меня холодная голова. Я обязан вернуться. А так? А так мы будем все время вместе. Во! Пробуй еще раз. Войти. Знай, что трудно. Можно сказать, что невозможно, но вы сделаете. Люди вам в ноги поклонятся. Карабином вам будет трудно. Во. Ну? А бабиджо? Арше марцуйно. Мис. Крючки забыли. Растяпы. Теперь за вас думай. И бабу с собой берут. За крючки спасибо. Это все, что набрал? Как раз одного не хватает. Ледоруб держит, растяпа. Клюв назад надо. Когда выходить собираетесь? Часа через 3, поспать надо. Это хорошо. Может, немец и не заметит.
еще раз закричишь, застрелю. Он же не виноват. Адвокатов не надо. От неожиданности. Можно закурить, товарищ? Оставить курение. Есть. Нога. Нога в подъеме. Да, ну-ка. Ну кто ж так зашнуровывает? Дура. Сколько свитеров одел? Два. Ну, снимай. Ага. Вспотел весь. Ты откуда родом такой? Непутевый. Чего? Не кричи. А, чего? Я спрашиваю, где до войны жил? А, в Ставрополе. Степи у вас там. А, степи, сады. Яблок навалом. Ну, яблок и здесь хватает. Пошли. Ну, чего застрял? Не вижу ни черта. Подождем ракет. Was ist das? Keine Ahnung. Jemand schlägt dort Haken ein. Feuer! Das kam dir vor. Давай устроим маленький камнепад. Подожди. Вот это. Тебе не холодно? Нет. Нет, ну, правда не холодно. Вадим, а ведь вы когда на полуторке к моему дому подъехали, я ведь тебя тогда сразу узнал. Я тоже. Ну да. А чего не подошел, не поздоровался? Сдрефил? А сам-то? Сколько тебе лейтенант уговаривал? Да, старик. Мое дело на печке валяться. И прикидывайся. Он, как козел бегаешь. Лет 20 назад бегал. Помнишь? Как в 36-м мы с тобой поднимались. Потом еще твою морду в газетах печатали. Завидовал я тебе тогда. Нашел чему завидовать. Ну, не скажи. Герой, все такое. А вдруг немцы в долину прорвались? Ты думай лучше о том, как подниматься будешь. Я о матери думаю. В оккупации осталось.
Не успела уехать, да? Да нет. С дедом. Паралич у него. Не ходит. А твои? Я Сван. Там Сванеты. Шесть братьев у меня. Хорошо. Твои маленьких еще. Илико, Валико, Шалико, Татико, Чундер, Мишико и я. Хорошо. Сейчас должны подняться на плато. Мне все это непонятно. Мне ясно только одно. Больше суток нельзя. Успеть или нет, а? Должны успеть. Дай бог. Дай бог. Товарищ полковник, Филипенко вызывает. Немцы прорвались. Наш бастион. Симпатичная штучка. Ага. Отдыхаем. Час. Перекусим. Жратвы в самый раз. Две банки на шестерых. Почему две? Я кое-что еще спрятал. Немец! К скалам! Быстро, быстро! Подлюка. Отлетался, гад. Маста. Ist er abgestürzt? Das alles gefällt mir nicht. Vielleicht wurde er angeschossen. Das Maul halten.
Maschinengewehren. Den Pfad im Auge behalten. Zu den Maschinengewehren! Шота! Шота! Ну что ты, Шота! Всю обойму расстрелял, паразита. Было 7 братьев Илиани, осталось 6. Из-за него все, из-за этой шкуры. Лучше бы его. Почему лучше? Лучше бы никого. Он смерти не боялся. Вот она его и накрыла. Из-за меня он. Не надо было на брюхе валяться. Стрелять надо было. Он ранен? Женщины и дети. Хорошенькая диверсионная группа. Надо спешить. Они слышали стрельбу. Могут вызвать по рации другой самолет, и тогда дело труба. Бастион просматривается фрицами. Пулемет нас может достать. Вряд ли. Но наверняка догадаются, зачем мы лезем туда. Решай, командир. Облако? Через полчаса оно накроет бастион. Ваня-то, выйдем, черт знает куда, и обратно дороги не найдем. А ее и нет у нас, обратной дороги-то. Надо пробовать. Взвод, разойдись. Товарищ комиссар, беженцы и отряд сопровождения готовы. Раненые скоро прибудут. Пусть выступают потихоньку. Ну и немцы давай. Давай, давай, пусть выступают. Есть. Вторая группа, становись! Побыстрее, товарищи! Побыстрее, становись все! Уходим, уходим! Тимур! Налево! Тимур! Тимур! Мальчика не видели! 5-летний черненький! Тимур! 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 Thank you.
камень! Also her, Braun. Jawohl. Geht hier den Pfad hinauf, bis ihr auf die Gipfel kommt. Auf jeden Fall. Vielleicht sind dort die Russen. Einen unbedingt gefangen nehmen, klar? Jawohl. Жив! Жив! Сейчас! Я сейчас! Стена! Гладко! Не за что зацепиться! Потерпи немного, Вера! Артём, милый, родной не могу, руки не держат. Как глупо. Прощай, Вера. Быстрее! Не торопи! Один раз уже поторопились. Дай-ка мне. Руки отмерзли, не чувствую. А ты их в штаны. Да не стесняйся, так все делают. Везучий ты парень, спички. Мне так никогда не везло.
Ну как? Ничего. Чего? Не прямо-то. Вверх нельзя, там отрицательные углы. Обойдем вершину с тылу. Там пологий снежник. Часа на два работы. И всю шапку взорвем? Да. Тон 300. И все им на голову. Страховка готова. Тихо. Семён. Не страшно, Вадим. Задеты обе ноги, правда. Кость. Что? Кость задета? Да. Сейчас, родной, сейчас. Сейчас. Не надо. Теперь уже ни к чему. Не валяй дурака, Вадим. Ты ж все понимаешь. Ты же умная девочка. А ведь за рог давал. В горы больше не ходить. Обидно. Стену прошел. Самое сволочное место. Закрой чем-нибудь ноги. Мерзнут. Давай помогу, а? Сам. Собирать пора. Мы понесем тебя, Вадим. Не донесете вы. Внизу ждут. Давай, Коля. Не надо. Я сам. Попробую сам. Успеешь? Попытаюсь. Может, успею.
Не донесете вы меня. Попытайся, Вадим, хоть ползком. Тут нельзя оставаться, ты знаешь. Попробую. А мы быстро, Баранов, ей-богу, быстро. Вот и хорошо. А везучий ты, Спичкин. Долго жить будешь. Ну, прощай. Да что он себя живого-то хоронит, Вера? Дай хоть тебя обниму. А теперь идите. Пора. Пистолет. Зачем он, Вера, а? Зачем? Лавина. Он на пути лавины. Не успел бы уйти, не успел бы. Vorbereiten. Ну что будем делать? Подождем 2 часа. Пусти мне.
отдохни, я посмотрю пока. Дышать здесь трудно. Командир полка, небось, думает, не поднялись? Не сделали. А мы сейчас как рванем, запляшут, сволочи. А снизу она казалась такой маленькой. Кто? Шапка. Тут же тонну динамиту надо. Можно спуститься по веревке вниз и заложить заряд трещину. Вон, видишь? Едва держится эта глыба. Нужно только добавить и... Что случилось, скажи. У тебя есть Бигфордов шнур? Нет. Этот горит 40 секунд. Мы не успеем убежать. Шнур был у лейтенанта в рюкзаке. Откуда я знал, что все так получится? Откуда я знал, что нужно будет по веревке лезть? Я думал, вырвем ямку и все. Бабахнем. Ну скажи что-нибудь. Что я скажу? Что я скажу? Ну что-нибудь скажи. Что я скажу? Все ясно. Боишься? Боюсь. Девушка была, Коля? Пишет? Да никого у меня не было. И вообще ничего не было. Ничего будет. Баранов сказал, что ты везучий. И верно везучий. Все, пора. Люди ждут. Коля, слушай внимательно. Через полчаса перевал будет свободен. Пойдешь вон по тому снежному гребню. Там будут следы, немцы оставили. Пойдешь по следам. А там на перевале встретишь наших, дождешься. Все. Не дури. Пойду я. Не дури, Коля. Я старше, я приказываю. Пойду я. Моя теперь очередь. Глупый. Тебе жить да жить. А мне все равно, понимаешь, все равно. Попрощаемся. Что ты? Ну не надо. Ну не надо. Может, я успею убежать. Ну не плачь. Не плачь. Не плачь. Пойми, я должен это сделать. Я им всем должен.
Уходи! Уходи! Закрепи веревку и уходи! Ты ушла? По порядку. Значит так, Тенгиз Александрович, прежде бойцы, потом раненые. Да, да. А где нас будут ждать альпинисты? В перевале. Хорошо. Я же говорил, что я везучий. Правда, везучий.